Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Сегодня? Ни хера себе. Удачи, ребята. Шпиногаз, Том. Поверить не могу, что мы едем за самим Морелло столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет нашим. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Парни, вы как, в норме? Ага, только вспотел весь. Да, та же херня. Почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелло, сразу валим. Только его. Когда он загнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько он портил боссу кровь? Лет 10? Больше. Казалось бы, белый костюм делает его такой легкой мишенью. Погнали! Давай за ним, Том! А то нас Дон за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников! Надо от них избавиться! Врубаешь! За нами легавые! Вокруг театра их было полно! В прошлый раз им платил Морелло! Завтра они станут нашими! Том! А то нас Дон за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников! Надо от них избавиться! Врубаешься! За нами легавые! Вокруг театра их было полно! В прошлый раз им платил Морелло! Завтра они станут нашими! Наши тачки скоро конец придет! Эта колымага может съехать быстрее! Похоже, у Морелло паника! Всех своих голубов сюда загнал! Завали их сколько сможешь, но не забудь, нам нужен Морелло! То на несколько месяцев заляжет на дно. Не дай ему оторваться, кто знает, куда он направился. Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата. Мы обязаны его замочить.
поисках? Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну-ка, держитесь там. Шофер у Морелла хороший, но с тобой ему не сравнится, Том. Доведем дело до конца. Куда его несет? Ему не свалить из города, пока вы у него на хвосте! Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром! Он управляется к задним воротам! У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет! Там будут ждать его громилы! И хорошо! Пора их вычеркнуть из списка! Он подохнет, и его шестерки вместе с ним! Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было! Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Видишь? Стоп! Стоп тебя! Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в глазах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Под огнем! Давай!
высоте. Слушай, собой. Лес, тачку, твою мать! Летай давай! Мы не разогнались! Поднимайся! Сейчас летит! Стреляй по моторам! От него что, пули отскакивают? Все без толку! Ничего не выходит! Должно выйти! Он на сраном самолете! Брось! Я стрелять буду! Он еще не ушел! Я сяду за руль! Почему? Потому что я здесь водитель! А нам надо догнать самолет. Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим урода. Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелла не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Может, к гоночной трассе? За городом садиться безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Все, его конец! Ага. Да, конец. Нужно проверить, что он сдох. Док, что с тобой сегодня? О чем я говорил? Да, точно. Нам рано расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это. Да. Поверить не могу. Соберитесь, держите пушки наготове. Док, что с тобой сегодня?
О чем я говорил? Да, точно. Соберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже... Господи боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. До встречи на том свете, Марк.